что я не очень составляю программы, так вот, примерно. Ну, да, и все-таки, да, перед перерывом мне хочется сделать такой из трех песен. Может быть, самый сильный. Размышление 9 мая. Встречусь вашим сыном и внуком, и детей так же учить. Если люди не любят друг друга, невозможно страну защитить. Это очень простая наука, не нужны принцип и расчет. Там, где люди не любят друг друга, на земле трава не растет. И приправленный горькой разлукой, а как сладок отечество дым. Если люди не любят друг друга, очень просто стрелять по своим. Изменяет разруху разруха, ни к чему городить огород. Там, где люди не любят друг друга, а себя называют народ. Не привязываю к срокам и датам, прихожу в Александровский сад. Я хочу поклониться солдатам, тем, что с неба на землю глядят. Потому и не будет нам спуску, что друг другу становимся злей. А солдат неизвестный был русский, и грузин, и казах, и еврей. Остаюсь вашим сыном и внуком, и детей буду так же учить. Если люди не любят друг друга, невозможно страну защитить. Легче быть перелетной печугой, только я почему-то не смог. Там, где люди не любят друг друга, там уходит земля из-под ног.